Расстроился, когда Янкис продули. Билл Мазероски. Терпеть его не могу. Из-за него Микки Мэнтл расплакался. В газете написали, что Микки плакал. Микки Мэнтл? Ты за него переживаешь? Микки Мэнтл зарабатывает 100 тысяч в год, а твой отец? Не знаю. Не знаешь? Если твой отец за квартиру заплатить не сможет, то попробую попросить Микки Мэнтла. Микки Мэнтл плевать на тебя хотел. Что же ты за него переживаешь? Можно спросить? Давай. Вы его убили из-за места для парковки? Станешь постарше, поймешь. С того дня я стал по-другому относиться к Нью-Йорк Янкис.